Владимир Путин заставил немецкие танки прогнуться. Вот такой заголовок написало сегодня издательство Bild. Им очень сильно не понравилось, что на выставке трофейной техники НАТО погнули дуло немецкого танка «Леопарда 2А6». Надо каким-то образом дать понять этим репортерам, что это уже не их техника, что это уже не натовская техника. Она уже находится на территории России, значит, она уже является достоянием России. И, скорее всего, как говорят, после выставки 9 мая эту технику будут ремонтировать, эту технику будут подшаманивать, и она будет обратно отправляться на фронт, но уже со стороны Российской Федерации. Несколько дней назад было видео, когда украинские военные стреляли по памятникам, которые были установлены советским солдатам. Почему-то никогда я не видел ни одного немецкого или европейского издания, которые как-то бы раскритиковали эти действия. Но вот здесь вот такое необидное, в принципе, происходит действие, но они уже кричат прям на всю Европу. Не знаю, друзья. Как вы думаете, правы они или нет? Пишите ваше мнение в комментариях. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал Кузьминов и обязательно берегите себя.